Готовим бисквитно-очень фруктовый торт. Взбиваем яйца с сахаром минут 10-15. Добавляем муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем. Переливаем форму, отправляем в духовку примерно на минут 40-50 при температуре 160 градусов. Готовим таких два бисквита. Для крема смешиваем жирные сливки не менее 33% и сахарную пудру. Нарезаем любимые фрукты. Я натерла на терке. Каждый бисквит разрезаем пополам и собираем наш торт. Укладываем первый корж и пропитываем его сиропом. Сироп из сахара и воды. Далее смазываем нашим кремом и посыпаем нашими фруктами. Повторяем это действие на каждый корж. Украшаем торт по желанию. Мы украсили фруктами. Оставляем торт немного пропитаться. Наш торт готов. Приятного аппетита!